мальчик 18-летний настолько шустрый. Он невысокого роста, но собран очень плотно, очень быстрый, бьет жестко. Вы посмотрите, сразу принимается за дело. Да, белорусский боксер как-то совсем не подготовлен, бросается. Может нарваться на сильный удар. Разрез навстречу. Попадает Денис справа еще раз очень хорошо. Слева опять справа. Справа мощнейший. И тут же он сыпет просто такие мощные удары, что трудно остановить-то его. И в силу его возраста, и характера, и бойцовских качеств. И такое впечатление, что пока и усталость никакой. Но чувствуется еще опыта, может быть, нет. Но настрой какой в первом раунде. И вот комментаторы заостряют внимание, что вот парню 18 лет, видите, какую-то трепку уже задает. Более великовозрастным, да, спортсменом. Ну, этот великовозрастный спортсмен, конечно же... Низко попал сейчас справа, безусловно. Невысокого уровня, но тем не менее. Все-таки он весит 110 килограмм. Это нужно брать во внимание. Вот разнообразно действует. Смотрите, начинает в туловище, вот, и продолжает атаки в голову. Это то, о чем в самом начале вы говорили, Григорий. По-моему, все разумно, несмотря на молодость, да? Смотрите, двойка какая. И попал ведь. И опять попал. И сокрушает сейчас. И по печени очень больно попал. И мне кажется, что он закончит сейчас бой, и рефери остановит. Бокс! Бойцов рвется вперед. Олег, Тсуканов не отвечал. А если не отвечает на удары, рефери имеет право остановить поединок. Там 20 секунд уже остается до конца первого раунда. Там должен дотерпеть белорус. 10 секунд. Ну что тут, будет атака в конце? И устал-то сам. По-моему, все, попал справа, мощно. Ну а секундант, о чем вот думают? Секунданты наблюдают поединок. Тсуканова, ну вот давайте посмотрим до конца. Давайте посмотрим все-таки до конца этот бой. И пацан практически, да? Вот, разбирается тут с дядями великовозрастными, как хочет. И слева, и справа.